чем мы отстаем, в чем превосходим канадцев, родоначальников хоккея. Итак, второй период встречи. Гальченюк и Крутов удалены были в конце первого периода, так что по 4 игрока и кто из другой команды. Кто-то армейцев защищает Алексей Ивашкин, у динамовцев Владимир Мышкин. У «Динамо» найду Вожаков, Первухин, Леонов, Антипов. У ЦСКА Гусаров, Зубов, Ларионов и Макаров. Зубов. Ошибается защитник Антипов. Передача Первухина, бросок. Знаете, просто прекрасно играет сейчас Ивашкин. Ну, трудно мне сказать, шайба летела мимо ворот или в створ ворот, но тем не менее среагировал просто великолепно. И посмотрите, какую позицию занимает вратарь армейской команды. Он заранее, мне кажется, готовился к броску Антипова, но тот решил сделать передачу. Ну что ж, бросков совсем нет по воротам, хотя армейцы и держат вроде бы шайбу в зоне динамовцев. Пас назад, Константинов бросает, Мышкин молодец. Ну чем закончится этот эпизод? Яшин с шайбой, бросок, едва шайба не попадает в ворота. Вот опасный момент, и не успевает последнее движение сделать динамовский нападающий Хомутов. Передача, бросок, ну просто молодец, уже мне показалось, руки поднял вверх Хомутов, но Мышкин каким-то чудом среагировал. Мы так несколько оживились, по-моему, трибуны. Передача. Отличный момент. Бросок по воротам. Гол. Счет становится 2-1 в пользу армейцев. Это Чиберев выводит хоккеистов ЦСКА вперед. 2-1. Ну вот, посмотрите. Ну, позиция, конечно, хорошая очень была. По сути, 1-1 вышел Чиберев. А все-таки вот такая эта паника, которая возникла после того, как Хомутов там прошел прекрасно к воротам, она, видите, привела к тому, что так и не могли разобраться в ситуации динамовцы, а могут оказаться и ниже. Ну, посмотрим, чем закончится проход Ларионова. Передача, бросок по воротам, Мышкин выручает команду, бросал Крутов. Волгин. Бросок. Еще один бросок по воротам. Гол. Ничья. 2-2. Это защитник Микульчик забрасывает ответную шайбу. А вы знаете, что сделал все? Многое, вернее, сделал Волгин. Вот посмотрите, как решительно пошел на обострение. Бросил по воротам. Шайба не попала в створ ворот. Но здесь, по-моему, немного растерялся вратарь Ивашкин. Поторопился. А сейчас уже шайба от защитника, вернее, от нападающего Крутова, оказывается, у Микульчика. Ну, поразить ворота с такого расстояния, по сути, они были пустые. Леонов. Динамовцы в полном составе. Армейцы так и не смогли использовать численные преимущества. 4 минуты и 49 секунд до конца второго периода. Пока ничья 2-2. И ведь получает небольшую травму. Может быть, серьезную, трудно сказать, Алексей Ивашкин. А в запасе у ЦСКА Максим Михайловский. Ровесник, кстати, Ивашкина. Ну вот видите, вот после того, как закончил играть у ЦСКА Третьяк и нет уже в составе команды Белошейкина, так в сложную ситуацию попала команда, когда защищает ворота. Сейчас уже два вратаря очень молодых, по сути, без опыта. Особенно Михайловский. Вот это, по-моему, в шею попала шайба Ивашкину. Ну так пауза не должна вообще затягиваться. Арбитр должен принять решение. Или должны заменить вратаря своего тут же армейца. Вот не случайно Михайловский разминается. Отзывы о нем очень неплохие. Говорят, настоящий спортсмен, хочет играть. Но я напомню о том, что это воспитанник вообще спартаковского клуба. Вот опасный момент.
бросок. И вы знаете, как-то оживились, по-моему, динамовцы после второй заброшенной шайбы. Первухин. Лыжаков. Бросок. Шайба у вратаря ЦСКА. Шайбой твердо завладели динамовцы. Антипов. Первухин. Передача. Нет, конечно, шайба не будет засчитана, она была заброшена коньком. Сразу арбитр показал, что не засчитывает взятие ворот. И вбрасывание в средней зоне. Ну, хорош Первухин, посмотрите, пауза какая у него. Еще один замах, ну и вновь шайба не... Молодец, очень хорошо распорядился шайбой. Вот опасный момент, бросок поворотом, успевает занять свое место Владимир Мышкин. Яшин, Симак, Вожаков и Микульчик. Ларионов. Зубов. Бросок, еще один бросок, гол. Шайба в воротах динамовцев. Свет красный горит за воротами «Динамо». А вот когда шайба оказалась в воротах? В тот момент, когда еще ворота не сдвинуты были? Или уже после того, как сдвинули их? Вот смотрим с вами внимательно. Нет, ну все правильно. Конечно, шайба должна быть засчитана. Все это игроки основного состава, кандидаты в сборную Советского Союза. И вот все-таки в такой сложной ситуации армейцы по-прежнему... лидеры чемпионата. Ивашкин молодец. Сочетание хоккеистов непривычное для сегодняшнего матча у армейцев Москвы. Вот шайба в воротах динамовцев. А почему такая яростная атака со стороны динамовцев арбитра встречи? Непонятно. Шайба находилась там, на пятачке. Ее забить иначе невозможно. Давайте посмотрим все-таки повтор этого момента. Вот Мышкин не очень удачно действует. И шайба оказывается в воротах. А вот кто ее забросил? Бросок, гол. Симак с подачи Борщевского отправляет третью шайбу в ворота армейцев. Использовали динамовцы численное преимущество. И теперь вновь минимальное преимущество ЦСКА. 4-3. Как все быстро сделал Симак. Шайба у Попихина. Ровно 10 секунд до финальной сирены. Дорофеев. И так звучит сирена. Матч закончился. Хоккеисты ЦСКА выиграли со счетом 4-3. Ну и теперь будут ждать результата встречи в Риге между местными динамовцами и воскресенским химиком. В случае, если хотя бы очко потеряют хоккеисты химика, тогда армейцы уже сегодня становятся чемпионами страны.